Поезжайте в Киев и все. Че? Поезжайте в Киев и все. Какой Киев? Поезжайте и спросите, что делал Панюковский до революции. Поезжайте и спросите, и все. Поезжайте и спросите. Ну и что? Нет, вы поезжайте и спросите, и вам ответят, что до революции Паниковский был слепой, Шура. Ха-ха, если бы не революция. Особое мнение. Остап Ибрагимович. Особое мнение. У меня есть особое мнение. Есть у меня особое мнение. Почему у меня нет особого мнения? 10 000 я не разделю. Несчастных 10 000 я не разделю. Потому что же... 8. Так, правильно. Тоже мне деньги, понимаешь? 10 000. Этого я не делил 10 000. Сейчас вам понял. Это мне... Это ему, это тоже ему, это Остапу Ибрагимовичу, это мне, нет, это все, это, вот это мне, это Остапу Ибрагимовичу, это мне, это ему, это тоже ему, это мне, это Остапу Ибрагимовичу, это мне, это ему, уеду, уеду курьерским сегодня же, на Крещатик, это мне, это ему, это мне, вот это мне, это ему, это мне, Остапу, это Остапу Ибрагимовичу, это мне, это ему, Остапу Ибрагимовичу, вот это сюда, это мне, это Остапу Ибрагимовичу, это ему, это ему. Нет, вот сюда, это мне. Итак? Нам с вами, Остап Ибрагимович, по 4 000. И Полаганову 2. Он и на 2 не наработал.